Всем приветики! Всем отличного дня, хорошего настроения! Спасибо, что смотрите меня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Для меня это очень важно. А у нас сегодня прекрасный день. Я уже приехала в школу за дочкой, за Василисой. Ванюша в садике. А сейчас я заберу и поедем домой. Приятного аппетита! Мой прекрасный завтрак. Бутерброды с икрой, яичко, авокадо, кофе, вкусняшки. Меня раньше всегда удивляли люди, которые вот так вот складывали пакетики. Но сейчас я поняла, что это очень удобно. Они очень мало занимают места в сложенном виде. И их очень удобно брать с собой. И пакетики можно использовать второй раз. А когда они лежат просто в куче, то никогда их оттуда не достаешь. Они просто там валяются. Я решила убраться в туалете и ванной, чищу туалет, откручиваю крышку унитаза, все хорошенечко мою белизной. Все-таки приятно, когда туалет чистый, пахнет белизной, на нем нет никаких пятен, так как ванна не всегда попадает прямо в цель, мыть приходится достаточно часто. Я все сняла, в ванной я теперь мою мусорное ведро. Мусорное ведро я мою в неделю один раз. Считаю, что мусорное ведро тоже должно быть идеально чистым. Также мою ободок от туалета и кошачий туалет. Все хорошенечко сполоснула и поставила сушиться. Теперь я решила помыть клетку хомяка. Хомяка пока отдала Василисе. Все снимаю и хорошенечко промываю. Клетку хомяка мы моем примерно один раз в 2-3 недели. Помыла клетку, собираю ее обратно. И теперь приступаю к мытью ванны. Также ванну обливаю белизной, хорошенечко прохожусь губкой, сразу мою раковину. Белизна все отлично отмывает и дезинфицирует. Протираю раковину, мою все, что вокруг, мою дозатор для мыла, мыльницу, чашечку зубными щетками. И возвращаюсь в туалет. Ставлю ободок на место. Хорошенечко все прикручиваю, чтобы ничего не болталось, не шаталось. Насыпаю в кошачий туалет наполнитель. И все, туалет чистый, все чистенько, красивенько. Также я уже успела постирать коврик в туалете. Теперь нужно прибраться в ванной на машинке. Тут у меня стоят всякие средства, мои крема, косметика и все остальное. Все хорошенечко протираю, складываю, чтобы все было красиво. И не было пыли. И все, на этом уборка в ванной и в туалете завершена. Наш обед. Гречка, курочка на гриле. Хлеб. Хлеб, огурчики, помидорчики. Мы богатые, а богатым нельзя хлеб. Почему? Потому только бедные едят хлеб. Ваня, хлеб едят все. А богатые? И богатые, и бедные. Богатые и бедные? Наконец-то сегодня я решила догладить все оставшиеся вещи. Все у меня теперь постирано, все поглажено, все красиво убрано и чистенько. Спасибо всем, кто смотрел меня сегодня.
Ставьте лайки, пишите комментарии, это очень для меня важно, потому что чем больше активность на канале от вас, тем больше обратной связи, тем YouTube больше рекомендует мое видео другим зрителям. Другие зрители смотрят на меня, подписываются, вас становится больше, и у меня появляется больше мотивации снимать для вас новые видео. Спасибо, что вы есть у меня. Всех целую, всем пока.